Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Отличник Лайф, и сегодня это мой новый видеоролик, долгожданный за те два месяца, что я не выпускал видео. Это коллаборация с моей любимой мамулей, мама Отличника. Подписывайтесь на ее канал. Значит, сегодня мы записываем интересное видео. Мама впервые будет играть на GTA KRMP на сервере Amazing Roleplay, сервер Silver. Мам, ты играла когда-нибудь в GTA вообще в целом? Не играла, но видела, как играет мой сынок. Вот, смотри, я тебе предлагаю, значит, сделать небольшой такой квест для подписчиков. Пускай каждый напишет в комментариях свой никнейм на сервере, и мы среди них разыграем 500 рублей. Когда уже наше видео, так сказать, подойдет к концу, и мы будем записывать уже новое. Давай запишем настоящий квест. Вот, вводите промокод MAMIN, так и есть 4 буквы. Мама на сервере Amazing Roleplay Silver. Мы с мамулей начинаем, надеюсь, вам это видео понравится. Все, ребята, мы погнали. Лучшая! Лучшая! Наилучшая игра про криминальную Россию! И это именно так! Amazing Roleplay! Атмосферная игра с голосовым чатом и отыгровкой своего персонажа! Простой установкой и, самое главное, действия игры проходят в России! Деревни, города, автомобили, от ВАЗа до БМВ и гелика! Все это Россия, которая знакома тебе с детства! Здесь есть армия, полиция, ФСБ, МЧС, банды мафии и многое другое. Максимальная атмосфера лучшей игры. Amazing Криминальная Россия. Просто попробуй, это бесплатно. А вся игра проходит с реальными игроками и очень похожа на GTA. Заходи в описание и скачивай игру. Обязательно укажи промокод из описания при регистрации в игре, чтобы получить деньги на 5 и 10 уровне. Девочки, вот вам и розовая лапка, диадемы, ожерелье. Как вы видите, наш спонсор — Криминальная Россия, Amazing Roleplay, сервер Азу, сервер Сильвер. И сегодня мы поиграем с мамулей. Значит, мы видим на экране вот такую, значит, даму, мадемуазель, да? Как ее можно назвать? Тебе вообще как она? Тебе нравится вот такой персонаж? Жела, Анжела, Джела. Смотри, значит, раз ты не умеешь играть, то я должен как-то тебя скоординировать пока, да, по этому поводу. То есть... Вот у нас игра, вся вот так вот выглядит. Мы находимся сейчас в какого-то, значит, памятника объекта. У нас находится 5 миллионов в кейсе. Это Москва? Это нет, это вообще, это поселок городского типа. Я говорю, она приехала, модель, понимаешь, как бы... Шестерка сбила кого-то, боже ты мой. Давай, давай, Жела, давай, Жела. А Жела не умеет, Жела не добежит. А что она скачет, у нее штаны такие. Ну вот в том-то и дело. Классная, прикольная тетка. Так. Ребятки видят ее? Ребятки ее видят, ее все видят, понимаешь? Ее как бы не заметить, этот ее стан, то есть, ну это вообще, это очень будет сложно. Она крутая, она в татуировках. Татушница? Татушница. Татушница. Слушай, а мне интересно, хотела бы ты вообще поменять какой-нибудь, я не знаю, там скин? Скин — это одежда, хотела бы ты ее поменять? Ну конечно, давай что-нибудь посексуальнее. Она некрасивая, да, по твоему мнению? Мне надо кудрявые волосы, чтобы у нее были. Ну давай зайдем в магазин одежды тогда, посмотрим, давай, что у нас боже, здесь есть. Боже мой, выбритые, это, я не знаю, скинхетка. Это, да, это скинхетка, самая настоящая. Нет. Давай приобретем одежду. Сейчас будем смотреть. Давай с самых дорогих начнем костюмов. Самых дорогих. Давай, самые. Вот как тебе вот это? Ну, вот это, да, ничего. На кого она похожа? Ничего. Как бы ты ее назвала? Мне она Сашу Бортич напоминает почему-то. Из полицейской с Рублевки. А тебе как? Не, Сашу Бортич нет. Это кто? Пойдет? Я почему-то все время смотрю на их лицо, ну, на выражение так у них глаз. Лицо одно и то же примерно все. Примерно, ну, внушительная ни о чем, форма. Да? Мне ни здесь о чем. Не нравится промежуток между нижней конечностью и талией. Ага, очень то есть высокий, ни о чем. Очень а высокий. Вот это как тебе, мадемуазель, леди? Леди, самая настоящая. Нет, у нее глаза закрыты. Давай повеселее. Есть давай повеселее. Конечно, есть. Вот. Еще. ЛГБТ и мешок. Погнали, нет. Еще. Вот такая о, есть. О, вот это Нюся. Самая настоящая Нюся, Анжела. Нюся. Ну как тебе такая? А Нюся. Баба боевая будет такая, деловая, да? Будет. Угу. Дальше. Так. Вот такая вот. Нет, ну ни о чем такая. Ни о чем. Давай. Эскорт, эскорт. Боже а мой. Это вообще это. Давай вот эту. Это трасса. Давай вот эту. Реально эту? Трасса МТ. Ты согласна, эту берем? Трасса. Ну еще есть у нас вариант. Вот такая. Лёва, ты что? Ну, а Лёва. Чё? А прикинь, такая да к тебе придет же, это. Она же поубивается. А если к тебе свекровь такая придет, или как это называется? Какая свекровь? Ой, ну ты жена что? Моя, дочь, как. Ой, как ее? Как ее назвать правильно? Лёва, ты что? Сваха? Она ж тут всех нас сразу. Дальше. Все о, собрал. А как тебе вот это? Ну вот это школьница, ничего себе. Ну ни о чем такая, ну, да? Ну она как-то... непробивная. Да, да, да. А вот это вот. Ой, блин. Вот ну, это такая, да. Такая леди с этими, с таким вырезом, ни о чем, да? Почему с таким вырезом? Ну а что ну, это коктейльное платье. Коктейль.
У нее же в чемодане это коктейльное платье. У нее в чемодане. Что у нее там в чемодане? Шприц, апероль. Че, раз коктейльное платье? Коктейльное платье. А можно посмотреть, почему у нее ноги такие? Ну, нельзя ее повернуть, но ноги как ноги обычные. А что там на ногах? Ну, на карантине пересидела баба. Ладно, что давайте ты? Следующую. Вот такая есть леди. Нет, но она это выпускница. Только... Вот это что? Это бизнес-леди. Бизнес-леди. Вот это, ну, мне кажется, она подходит, да, особенно учитывая кейс наш. Но она не сможет бегать. У нее сильный пиджак на одной пуговице разорвется. О, такая вот. А я иду такая вся, а вдоль чегабана. Ну, я иду такая, перчатка, а на сердце рана. Вот такая. Ну это дельфинарий только. А вот это? Вот это во дворе такая у нас ходит. Не, мне такие не нравятся. Вот, ну это полумужик какой-то. Нет. Это ну, же Майкл Джексон, ё-моё. Ё-моё. Ну вот такая есть. Да ну. Ну вот это. Нет, да давайте вернемся. Вернемся к чему? К тому выбору, зайчика. Который был? К зайчику. Вот это черное ничего, кстати. Вот это? Нет. Да, вот это вот ничего. Саша Бортич? Саша Бортич, она хоть прикрыта. Давай пусть будет Саша Бортич. Не, а тут ты хотела вот эту. Давай ее возьмем. Гроза, давай. Посмотрим. Ну она. Все. На нее размеры-то есть хоть? Икселька. Есть на нее хоть что-нибудь там? Ну-ка, а красотки какие? Ой, у нее еще и каблуки. Так, ну я предлагаю нам думать. Леггинсы под джинса. Ну? Ну ничего, такая. Я предлагаю нам дом найти. Ты бы дом на наш вопрос. Подожди, вернись, там танк стоит на Приднестале. Да. Это что, Челябинск? Где? Танк, дом, танк. Так тут вся деревня, смотри, там военкомат. Тут, то есть, понимаешь, дом, вот как бы человек сразу родился, сразу военкомат служить пошел. Так, нам, а нам куда? Она вообще может на дом пойти купить. Хочет? Что она хочет? Я думаю, что она больше всего сейчас хочет дом купить. Так для нее, знаешь, какой дом надо? Какой? Коттедж, два этажа, три этажа. Ну куда? Этажа, ну что это? Тёлка. Ну ты что? Ну, куда это? Вся, я иду. Я, давай, короче, куда-нибудь телепортируемся ближе к Арзамасу, в новый город, который там у нас есть. Сейчас мы это найдем примерно. Мне интересно, а если дом найти, например, какой-нибудь? Арзамас нос. Так, а я что-то запутался. А вот. 124, вот и ППС. Так, а тут все дома заняты, кстати, вот эти сельские, в которых я живу на своем да, сервере. Да, на каблуках-то можно и кроссовки-то одеть? Ну, куда ей? Нельзя менять, только еще вот одна одежда. Да. А на вертолете-то будет летать? Ой, она-то? Куда ей на вертолете? Ты че? Вот, в Арзамас мы пришли. Вот так вот выглядит Арзамас, значит, вот такой вот город. Видишь, тут все детали, то есть, именно с Россией перерисовано. Давай зайдем перекресток. Что возьмем? Давай. Ну, переодеться ей надо. Че, каблуки, как она будет бегать? Мне жалко. Ой. Так. Мы вылетели, девочки. Девочки, мы снова зашли. Девочки, мы вылетели. А в перекрестке, короче, тут не продаются одежда. Ну, давай еду хоть купим. Вот тут Данил Зигулин стоит. А что он тут делает? Давай поздороваемся с Данилом. Подойди, мы щипни за задницу. Привет. Привет, детка. Детка, привет. Детка, привет. Красавец, привет. Ну давай, поворачивайся. Давай поворачивайся. Мне лучше нравится вот этот в кепке в красной стоит. Слушай, а он что-то печатает, у него, походу, голосового чата нету. Как думаешь, что он может напечатать нам вообще? Он что-нибудь отправил, нет? Отправил, конечно. Не, он ничего не отправил еще, он что-то печатает стоит. Давай пока телефон купим себе. Сим-карту. Так, сим-карту. Так, что еще? Чипсы, молоко. Чипсы, молоко обязательно, да? Рюкзак. Рюкзак, давай. Рюкзак, если возьмем, то он... И шумовую пикарду. А, шумовую... Пикарду. Все, я взял. Петарду. Ну-ка, а что будет, если ее использовать? Прямо ой, здесь? Не, мы прямо тут не можем. Ничего себе, у нее, смотрите, какой рюкзак. Адидас, это Адик. Та носит фирма Адидас, там любая. Смотри, боже мой. Так это шумовая петарда. Слушай, а что будет сейчас? Ну что будет? Ой, да ничего, она так пошумела и все. Так, я думаю, что нам надо дом взять, а да? А что она так подпрыгивает, как это? А ей по-другому никак нельзя вообще прыгать. Как гусыня. Ну, так она так и прыгает, а что ей делать-то? Ой. Я думаю, нам дом надо купить, как ты думаешь? Нафиг ей дом, давай машину купим. Так, ну давай тогда за тачкой сразу. Давай за тачкой, а потом будем выбирать квартиру. Вот, южный... Тачку, сам в южном. Вот, южный 8-бит, здесь собираются все, так сказать, самые вот эти а мажорки. А что, поприличнее-то ничего нету? Ой. Пишут. Димон, Мансори, привет. Орел и решку на 50к. Ну-ка, давай я одену наушники, чтобы Дима. Слушать. Я включаю голосовой чат, я включаю. Ой, я его ударил. Димон. Ну чё? Димасик. А у них может быть любовь или обязательно драться? Так любовь-то и начинается с драки.
Скажи ему доброе утро, девочки. Доброе утро, девочки. Ну ты пацан крутой. Вон там рюкзак еще один есть. Давай вот к этому подойдем. Давай, говори, давай. Говори что-нибудь. Ой, привет, привет, привет. Ой, этот рыжий. Рыжий с голубыми глазами. Ой, нет. Да, это я интернет вилленс. Вали отсюда, интернет вилленс. Димон, что ты в сторону-то ушел? Ага. Слушай, они ничего не понимают, короче. То ли у нас микрофон не работает, хотя он работает, но они нас не понимают, они нас пугаются, представляешь? Они нас пугаются. Привет. Они пишут, давай Орел Орешку на 170к. Это что уже такое? Уже на 170, то на 50, теперь уже на 170. А ставки растут? Я знаешь, что предлагаю? Я предлагаю найти какого-нибудь этого рыжика. Вот он, рыжик. А, он вот спит, он спит. Вот. Ты что ты спишь? Давай. Ой, у него такая мордень. Добрая, да, такая? Ни о чемная, да? Такой, он уплывший, да? Уплыл куда-то. Как у Барсика. Так. А чё, кого нам надо найти? Чё она все скачет? Что она все ищет? Слушай, скачет. Я она пришла в военный городок, похоже. Она не в городок пришла, она тут... О, поезд, смотри, видишь, РЖД поезда вот так ездят тут. Видела? Остановить. А поезд, мы, кстати, не остановим поезд. Витю, остановите. О, я остановил поезд. Остановите, Витю. Ну-ка, скажи ему голосовой чат что-нибудь. Ребятки! Ребятки! Выходите, разбираться будем. Нет, там, короче, вообще бот едет, там нету человека. Слушай. Ой, он вообще... Ну, красивая баба, да? Ну, я бы не сказала, чё, что мужики аж прямо... Ну, такая среднеклассовая леди. Нет, она должна быть сексуальная женщина. А она какая? А она мужиковатого вида такая, знаешь, это... Бабёнка, ну, да? Ну, посмотри, скачет, как лошадь. Самая настоящая. Приживальского, перепрыгивает, боже мой. Вот, вот так квартиры выйдут. ТЖС? Алмазинг. Амазинг, ну надо посмотреть. Это вот, ее квартира? Вот, квартира государства, мы покупаем себе новую квартиру. Все, мы купили себе новую квартиру. Мама, за оцени. Сколько? 400 тысяч. Смотри. За 400 тысяч? Да, вот такую квартиру, представляешь? Комнатка. Ну, какая комнатка? Тут целых две комнаты. Нормально. Ой, боже, ну, смотри, обалденная. Ой, чего она присядку-то прыгает? Такая, а как ей? Боже мой. Смотри. Ну красиво же. Очень. Нет, тут трехкомнатная с бильярдом. Мама! Это же эксклюзивная хата! Сына! Посмотри, сейф даже есть, а что прятать там будем? Ну налей ей, пусть она хоть это... Она не пьет, сводрится. Она не пьющая. И не курящая, и не пьющая. Нет, сейчас сразу за квартиру заплатим, чтобы не слетело. Елена Колотилова, собственник. Да, да, собственник жилья. Мама, поздравляю тебя с квартирой, собственница. Так, оплатим квартиру тогда на сколько? На 196 часов. Все, почему на 196? А на сколько? На всю жизнь, что ли? На всю жизнь. Ну, хватит тебе, я думаю, сколько-то. Так, теперь телепортируемся в Анашан. Здесь Анашан, Анашан. Короче, я сейчас расскажу. Анашан. Тут сделали Анашан, потому что в Ашан нельзя, типа, эту торговую марку брать. Вот. О-о-о-о! Догони, догони! Стой, ты чё? Ты куда? Ты, о-о-о-о-о! Тачка. А чё у него? Чё он бегает-то? Я не поняла. Куда он побежал-то? А я не знаю. А он нет, что-то... сынок. Ты слышишь нас или нет? Алексей! Стойте, Алексей! Лёша! Алексей! Подождите Лёша! Меня! Лёша, подождите, я вам хочу что-то сказать. Лёша! Лёша от нас убегает. Алёша! Лёша какой-то этот, дурачок. Давай зайдем тогда в автомотосалон, и ты выберешь тачку. Смотри. А что получится, ничего нету? Смотри, у нас есть 3 миллиона 900. Мы можем уложиться только в этот бюджет. Я тебе буду говорить, какие тачки. В общем, мы можем купить, ладно? Рено Логан интересует? Нет. Так. Rolls-Royce Phantom, ну это 25 миллионов он стоит. А у вас есть? Kia Stinger, 3,5 миллиона. Пойдет? Но там еще есть машины, между прочим. Lamborghini нам не пойдет. Она не залезет, куда она? В Линкольн она залезет как миллион, раз. Миллион 200 как с раз. С ее у нас. Ногами сразу. Да, есть Grand Cherokee еще, есть УАЗ. Может УАЗики, как Бровченко. На УАЗике. А что, отправим ее отдыхать? Что, возьмем УАЗик за 800? Давай УАЗик, да, и по всей России. И все, что, с Арзамасой, пусть едет она. Слушай, ну давай пока тест-драйв возьмем УАЗика. И ты прокатишься сама на нем. Ты готова? Готова. Садимся на УАЗик. Вот так он у нас выглядит. Знаешь же, как управлять? Да, все. Смотри, я нажал, я завел тебе двигатель управлять. Смотри, W это вперед. Значит, А, Д, право-лево. Короче, жми на газ, да и все. Погнали. Лёша! Право-лево. Девочки! Девочки,
Все. Так, назад. Ну ты хоть выйди. Леша! Нет. Не, ну назад-то вот эта кнопка, видишь, вот это же. Вот это же назад. Все, вперед едь. Нет, я не могу выехать. Леша мешает. Леха! Да, я ему скажу в голосовой чат. Леха, ты нас слышишь, Леша? Что-то Леша нас не слышит. Сейчас давайте напишем. Мия, ты можешь сейчас ко мне ТП и проверить голосовой чат? Ну что-то жарко стало. Я прямо написал вот так вот за главными буквами. Сейчас, короче, админша к нам ТПшница. Шкот, Шкот, Шкот! Шкот, привет! Привет, выходи давай. Выходи, поговорить говори, надо. Говори, он слышит. Выходи, надо поговорить. Давай, выходи. Чё хочешь? Свози. Ты чё тут делаешь? Ты такая красивая. Ты подруга. Мия. Скажи, Мия. Скажите, доброе утро, девочки. Доброе утро, девочки. Здравствуйте. О, Мия. Ты такая красотка. Мия. Мия мор. Мор, мор, мор. Чё молчишь, Мия мор? А чё ты хочешь? Девочки. Она говорит, а чё ты хочешь? Я хочу с тобой познакомиться. Не хочешь посмотреть, что у меня в рюкзачке? Леша! Ну давай познакомимся. Давай познакомимся. Меня зовут Джилика, Джилика. Девочки, ну вот такое видео у нас и получилось. Значит, на 16 целых минут, я не знаю, но это получился первый мамин опыт игры, значит, на этом прекрасном проекте Amazing Roleplay Silver. Ну, скажи свои эмоции, впечатления. Так, ну что думаю я об этой игре? Наверное, надо поиграть, посмотреть, поинтересоваться мне, что же, как и куда, кто с кем, как, когда. Первый раз еще пока непонятно мне. Кто что хочет, что-то вокруг меня одни мальчики, а у меня же добрый вечер, девочки. Вот. Ну, Мия Мур, мне понравилась, интересная такая. А он что, умирает уже? Все, да скоро? Он все задохнулся, там бывает. Ничего страшного, мам. Ну, в общем, автомобиль куплен, квартира куплена, приобретена. УАЗик. УАЗик, да, и, наверное, будем колесить по всей стране. Да. Не забывайте вводить мамин промокод 4 буквы МАМА на сервер Amazing Roleplay Silver. Играйте вместе с нами, так сказать. Всем, дорогие друзья, пока-пока. Счастья, здоровья, любви. И что? Всего доброго. Девочки. Девочки. Всем улитки пока. Улитки на слюнка. Всем пока, девочки.